Друзья, всех приветствую! С вами на связи Артем Казанцев. Я являюсь основателем, разработчиком нашего бота, нашего клуба, да, закрытого, открытого. Называется он iBlogger. И сегодня мы поговорим о возможностях нашего клуба. Я проведу презентацию. Буквально 5 минут назад доделал слайды, да, наконец-то, для того, чтобы показать все возможности нашей партнерской программы, потому что большое количество участников задает эти вопросы по партнерской программе, то есть как она устроена, все наши виды бонусов. И, соответственно, сегодня я об этом вам расскажу. То есть буквально сейчас давайте я посмотрю ссылочку, отправили ли наши админы в общий чат. Видимо, еще не отправили. Хорошо, сейчас мы отправим. Копировать ссылку приглашений. Отлично. Ссылочка в чате. И мы сейчас продолжим. Буквально одна минутка, друзья. Отлично. Ссылочку я отправил. Сейчас еще сделаю одно действие. У нас сегодня будет приглашенный гость. Это Алексей Петросян. Это человек, у которого большой опыт видеосъемки, в монтаже видео. И Алексей у нас делал видео, да, то есть делал контент для таких известных блогеров, как Михаил Литвин и Алишер Моргенштерн. Кому-то эти ребята могут нравиться, кому-то не нравится, но суть в другом. То, что эти ребята, они являются очень такими крупными, известными блогерами, да, и, соответственно, у них есть чему поучиться в плане создания контента, да, то есть вовлечения, скажем так, аудитории, привлечения внимания к своей аудитории и, соответственно, заработки, монетизации этого контента. Так, один момент. Мы начнем нашу презентацию, на которой вы как раз узнаете все возможности нашей партнерской программы и возможности нашего клуба. Окей, друзья, мы начинаем. Я включаю демонстрацию экрана, чтобы было максимально наглядно и видно слайды. Дайте, пожалуйста, обратную связь в чате, слышно ли меня, и, соответственно, мы начнем. Друзья, кто на YouTube уже зашел, дайте обратную связь, как меня слышно. Хотя, в принципе, я могу сам это проверить. Да, слышу, что меня слышно. Отлично. Итак, друзья, давайте поговорим о нашем клубе. Называется он iBlogger. Что такое iBlogger? То есть iBlogger – это клуб, сообщество, в котором чем мы занимаемся. То есть мы создаем, продвигаем и монетизируем различный контент, создаем, продвигаем, монетизируем различные проекты. И, соответственно, любой участник может развиваться вот этих трех направлений. То есть наш клубный сервис iBlogger, он реализован на базе многофункционального Telegram-бота. И, соответственно, наш бот автоматизирует большинство бизнес-процессов, что позволяет, в свою очередь, сэкономить большое количество времени. В клубе iBlogger, когда вы к нему присоединитесь, регистрация у нас максимально простая. То есть вы берете ссылочку, переходите по ней, нажимаете «Старт», подписывайтесь на наши информационные ресурсы. Все, по факту вы уже находитесь, соответственно, в клубе. Что вы получите? То есть вы получите практическое обучение онлайн бизнесу, вы получите команду единомышленников. Это также важно, потому что по факту все навыки, какую-то информацию, знания, опыт вы можете получать самостоятельно. Да? То есть сейчас большое количество информации в свободном доступе, соответственно, вы можете делать это самостоятельно. Но
в команде единомышленников, в команде тех людей, кто уже разобрался с тем или иным вопросом, который у вас возник, у вас движение, да, то есть получение знаний и навыков будет происходить гораздо быстрее. Также вы получите инструменты для продвижения, допустим, вашего контента авторского, да, который вы создаете для своих соцсетей, создаете, допустим, для сервисов YouTube, TikTok и так далее. То есть с помощью нашего бота вы сможете увеличить количество подписчиков, количество лояльной аудитории, количество тех людей, которые будут, соответственно, хотеть у вас что-либо купить, если вы через контент-маркетинг что-либо продаете. Соответственно, инструменты все эти вы получите. Также вы получите доступ к мощной партнерской программе. То есть об этой партнерской программе мы также сейчас будем говорить. Что я хочу про нее сказать на данном этапе? Да? То, что эту партнерскую программу уже протестировало около 1000 человек, и, соответственно, отзывы только позитивные. То есть с помощью нашей партнерской программы можно зарабатывать как какие-то небольшие деньги, то есть, ну, речь идет там 500-1000 рублей в день, так и, соответственно, десятки и даже сотни тысяч рублей в день можно зарабатывать вместе с партнерской программой iBlogger. Также вы получите доступы к приватным чатам, где, соответственно, вы с людьми, да, с экспертами, с практиками будете двигаться в направлении создания, продвижения и монетизации вашего контента либо ваших проектов. И также вы получите возможность получать и отправлять донаты. Донаты – это сейчас такой тренд, который пришел к нам больше так, из блогерской среды, то есть из стримеров, да, то есть такие ребята, которые стримят игры на различных сервисах, будь то YouTube, либо Twitch, и, соответственно, та аудитория, которая смотрит этих блогеров, да, которые что-либо транслируют, да, стримят, так, такое слово есть, да, то есть для тех, кто не знает, соответственно, эти пользователи, они могут отправлять донаты, то есть, и опять же, донаты, которые отправляют пользователи, они также могут исчисляться тысячами, десятками тысяч, сотен тысяч и так далее. То есть, соответственно, у нас есть возможность в нашем клубе генерировать контент, и за этот контент вы можете получать донаты. То есть пользователи будут отправлять вам живые деньги, которые вы сможете вывести на свою банковскую карту и потратить, соответственно, на какие-то общественно полезные действия, да, потому что донаты под собой подразумевают как раз общественно полезную деятельность. Обычно блогеры, когда принимают какой-то объем, ну, вернее, получают донаты, да, эти средства они тратят на то, чтобы улучшить качество своего контента, они тратят на свою команду, возможно, это кто-то разработчики, дизайны, программисты, видеомонтаж кто делает, то есть, соответственно, донаты должны под собой подразумевать, когда вы их расходуете, тратите куда-то общественно полезную деятельность, то есть в нашем случае это идет на производство, на повышение качества контента. У нас есть 12 бизнес-площадок в нашем клубе, то есть вы можете часть информации получать абсолютно бесплатно, но, соответственно, если вы хотите большего, да, то вы можете активировать площадки. Как это происходит? Это все происходит через донаты. То есть у нас есть в боте кнопочка «Донаты», вы туда заходите и видите вот такую картину, что у вас есть статусы, так называемые бизнес-площадки, B1. Стоит стоимостью 100 IBL, B2 – 200 IBL. IBL – это наша внутренняя единица, и данная внутренняя единица, она один к одному является рублем, то есть она приравнена к рублю. Просто мы сделали внутреннюю единицу, чтобы это было удобно нам. И, соответственно, в этой внутренней единице вы получаете донаты и отправляете донаты. То есть все происходит максимально автоматизировано, да, то есть с помощью нашего Telegram-бота, да, то есть вы можете в автоматическом режиме получать и отправлять донаты. То есть для этого, соответственно, нужно просто, чтобы у вас был Payeer, платежная система, то есть она является международной, у нее есть мобильные приложения, вы можете зарегистрироваться, да, но, соответственно, все инструкции, какие вам нужны будут, да, они есть в нашем Telegram-боте и также в наших информационных каналах. Движемся дальше. У нас есть партнерская программа. С помощью данной партнерской программы
вы можете с первого дня начинать зарабатывать, да, то есть начинать получать донаты. То есть у нас есть три бонуса. Партнерская программа максимально простая, достаточно понятная, да, то есть единственный бонус, который с первого раза для многих непонятен, это командный бонус, это третий бонус, да, но мы сегодня его также разберем, вы увидите, да, как он работает наглядно, соответственно, будет анимация и так далее. То есть три бонуса. Первый – 45% от донатов личных подписчиков. Второй – 5% от 30 мест на бизнес-площадках под вами. И 5% на 5 уровней глубины вашей команды от заполнения их мест на площадках. Давайте каждый бонус разберем более детально, более подробно. Первый, 45% от донатов личных подписчиков. То есть что здесь имеется в виду? У каждого, кто зарегистрировался в нашем боте, есть реферальная ссылка, партнерская ссылка, да, то есть по которой вы можете порекомендовать кому-либо наш клуб, либо вы сможете с помощью данной ссылки, то есть рекламировать его, вернее, размещать ссылку на своих ресурсах, допустим, в соцсетях, на YouTube, еще где-то, размещать ссылку под контентом. То есть вы можете взять, допустим, слайды данной презентации, записать свой личный обзор, свою презентацию, например, выложить его на YouTube, и свою реферальную ссылку вы можете разместить под этим видео. Соответственно, люди будут регистрироваться по вашей ссылке, и они будут становиться вашими личными подписчиками. Когда эти подписчики будут делать донаты, активировать бизнес-площадки, а вы с каждой активации будете получать по 45%. Ну, давайте для примера возьмем площадку B4, стоимость ее 1000 рублей. Соответственно, когда происходит активация, в этот же момент вы получаете 45%, либо 450 рублей. То есть, соответственно, вы получите 45% от стоимости площадки. Вы можете пригласить второго человека, да, либо там ваш контент работает, да, вы сделали качественную информацию, качественный обзор, людям понравилась ваша подача, они регистрируются к вам, вашу первую линию, соответственно, с каждого из них вы будете получать по 45%. Здесь нет никаких ограничений, то есть вы можете пригласить неограниченное количество подписчиков, да, в свою первую линию. Из каждого из них при каждой активации их площадок вы будете получать по 45%. Это очень щедрый бонус, да. С помощью этого бонуса люди, которые генерируют контент, которые создают постоянно информацию, да, на тему iBlogger'а, то есть они будут получать ежедневный доход, то есть от каждой такой активации. Мы движемся дальше. Вижу, что к нам вот присоединился Алексей Петросян, но, соответственно, мы ему слово дадим после того, как закончится данная презентация. Следующий бонус – это 5% от 30 мест на ваших бизнес-площадках. Как он работает? Вот представим, что это вы активировали ту или иную бизнес-площадку. Когда у вас появился, допустим, первый подписчик, который также активировал ту или иную площадку, он становится под вас. И, соответственно, вы с него получаете 5% от стоимости площадки. То есть, допустим, если в нашем примере площадка бизнес 4, да, B4, стоит 1000 рублей, то вам моментально по этому виду бонуса придет 50 рублей. Далее, у вас появился второй подписчик, который также активировал площадку B4, вы с него также получили 50 рублей. У вашей команды, да, то есть у ваших подписчиков есть все те же инструменты, есть амбиции, есть цели, мечты, задачи, да, которые они хотят решить с помощью этого инструмента. Соответственно, они свою ссылку рекламируют через свой контент, либо размещают уже тот контент, который есть в нашем клубе. Допустим, данную презентацию вы также можете залить на свои ресурсы, прорекламировать ее в своих соцсетях вместе со своей реферальной ссылкой. Ваши люди также, у них появляются подписчики, и с каждого места, а под вами всего 30 мест, то есть с которых вы получаете, да, по 5%, вы, соответственно, суммарно можете получить 150% от того, что ваши подписчики активируют либо делают донат, да, то есть в нашем случае это донат. То есть у вас прямо в боте будет приходить сообщение, вы получили донат,
50 рублей от подписчика, допустим, Ивана, на третьем уровне. То есть такие вознаграждения у вас могут поступать, опять же, ежедневно, потому что у нас 12 площадок, и, соответственно, со всех этих 12 площадок вы можете получать по 5% за счет того, что ваши подписчики делают донаты и активируют площадки. Движемся дальше. Интересный у нас есть бонус, который для многих непонятен, то есть как он работает. Командный бонус. Представим опять же вот вас, да, что вы зарегистрировались, активировали ту или иную бизнес-площадку. У вас появился, например, первый партнер, да, первый подписчик, и с него сразу же, если это ваш лично приглашенный, вы получите 45% за личную подписку, да, и, соответственно, 5% за то, что он занял у вас место на вашей площадке. Далее. По командному бонусу, как работает алгоритм? Система просит, кто тот человек, под кого, соответственно, этот подписчик встал на площадке. В данном случае это вы. Да? Дальше. Система спросит как бы второй шаг. Кто у вас, вот у того человека, под кого он встал, да, 5 вышестоящих подписчиков, да, либо 5 вышестоящих партнеров. То есть это те люди, по чьей ссылке вы изначально зарегистрировались. То есть один, ну, то есть первый партнер – это тот, непосредственно под кого вы встали, и, соответственно, он получит 5% от стоимости площадки. И еще выше, то есть 4 человека получат также по 5%. То есть вы в данном примере командный бонус не получаете. Дальше у вас появился, например, второй подписчик, который сделал то же самое, то есть активировал бизнес-место, да, бизнес-площадку. Вы с него получили 45% за личную рекомендацию, 5% за место в площадке. Да, и также, то есть система спрашивает, кто тот пользователь, кто тот партнер, под кого он встал. Это, соответственно, в данном примере вы. Дальше система спрашивает, кто у вас 5 вышестоящих пригласителей. Это первый пригласитель, второй, третий, четвертый, пятый. И, соответственно, всем этим пригласителям произойдет автоматическое начисление по 5% от стоимости площадки. Далее, следующий пример. Допустим, уже ваш партнер, да, первый, да, пригласил своего нового участника, да, в клуб. Соответственно, этот партнер получил 45% и 5% за то, что его партнер встал на бизнес-площадке. Вы также получили 5% за то, что он встал на площадке. И дальше по командному бонусу система спросит, кто вот у этого человека на бизнес-площадке верхний партнер, да? То есть, соответственно, это вот этот человек. Дальше система спросит, а кто у этого бизнес-партнера 5 вышестоящих партнеров, то есть по реферальной ссылке? Здесь в данном примере это будете уже первый стоять вы, то есть вы получите 5%. И также 4 вышестоящих партнера также получат по 5%. То же самое будет происходить, то есть, ну, вот на данном примере, я думаю, вам становится понятно, да, как это работает. Следующий пример. Здесь уже, то есть, глубина растет, да, появляется еще один партнер. То есть здесь уже этот человек уже может быть приглашен также вами, да, и просто он ниже встал, да, соответственно, вы с него получили 45%, если это ваш личник, 5% вы получили с него за то, что он встал на вашу бизнес-площадку, получил 5% вот этот человек, и этот человек также получил 5% за то, что в их бизнес-площадках появился вот этот подписчик, да. Дальше система спросит, кто тот человек, под которого мы встали, да. То есть это вот этот вот вышестоящий. Дальше система спросит, а кто у него 5 вышестоящих партнеров именно по реферальной системе? Здесь уже будет вот этот первый, да, и, соответственно, вы будете вторым. То есть вы также получите 5%. И, соответственно, еще 3 вышестоящих партнера также получат по 5%. Я думаю, каждому из вас понятен данный вид бонуса, да. На самом деле он простой, просто его надо как бы визуально увидеть, как он начисляется, как он
приходят, да, то есть вам и вашим партнерам. Но на самом деле здесь вы посмотрели, да, увидели, как это все работает в самом боте, в самом приложении в нашем, то есть не обязательно эти моменты отслеживать. То есть бот работает в автоматическом режиме. Ваша задача просто рекламировать свою партнерскую ссылку, да, то есть через контент. Контент – это то, что вот мы записываем, допустим, в данный момент видео, да, и, соответственно, это является контентом. Этот контент вы размещаете на своих ресурсах со своей реферальной ссылкой. Люди его смотрят, регистрируются, дальше они попадают на наш канал, в наши чаты командные, да, на наш YouTube-канал, и, соответственно, у них есть бот, который многие моменты за вас будет решать. То есть будет дозированная подача информации, будет инструкции, благодаря которым любой человек, да, даже с минимальным опытом ведения бизнеса онлайн, да, он сможет максимально быстро в короткие сроки научиться. Соответственно, задача ваша просто контролировать ряд процессов основных, да, и посещать наши мероприятия, обучаться, получать навыки. Таким образом работает наша партнерская программа. Друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь в нашем чате на YouTube. Какие, возможно, еще дополнительные вопросы по тому материалу, который я сейчас рассказал, у вас появились. А мы переходим к нашему гостю, к человеку, которого я знаю уже более 3 лет. Так, друзья, где у нас Алексей? Сейчас буквально одну минутку давайте подождем. И я думаю, Алексей к нам присоединится. Угу. Алексей ответил буквально 5 минут, и он подойдет и, соответственно, расскажет нам про все моменты. Давайте, друзья, напишем вопросы, какие у вас возникли, да, какие у вас вопросы есть. И, соответственно, можем на них ответить. Вижу, что пока у людей нет вопросов. Давайте тогда просто подождем Алексея. Можете сходить налить себе чайку, потому что будет важная, интересная информация. Ну, Алексей, в принципе, сам расскажет, да? Я не буду вам ничего рассказывать пока без него. Давайте буквально 3 минутки подождем в таком лайтовом режиме. Можете налить чайку и, соответственно, приходить. Появились у нас вопросы. Человек задает, когда официальный старт. Да, друзья, сейчас еще у нас идет предстарт. То есть мы еще, можно сказать, официально, да, то есть не запустились. Пока у нас идет доработка основного функционала бота. Но уже сейчас работает партнерская программа. То есть вы можете протестировать все моменты, соответственно, зарегистрироваться, подключиться на ту или иную бизнес-площадку, пригласить кого-то, протестировать вот вывод.
Соответственно, когда будет официальный старт? Официальный старт будет после того, как будет изначально сделан весь функционал. Это, то есть, декабрь месяц, то есть осталось тут буквально неделя, да, то есть в декабре месяце у нас будет основной функционал, который тех задания программистам дано, да, то есть оно будет выполнено. Далее, январь месяц мы выделяем для того, чтобы систему полностью до конца протестировать и наполнить контентом, минимальным контентом, продающим, то есть контентом, благодаря которому, во-первых, партнерам, да, которые будут рекламировать данный клуб, будет максимально просто это делать, да, то есть расширять нашу аудиторию. И, соответственно, также мы проведем за январь несколько обучающих мероприятий, которые, соответственно, также будут размещены в нашем клубе для того, чтобы те люди, кто приходят, они уже получили какую-то базу знаний, да, благодаря которой они смогут как раз создавать, продвигать и монетизировать свой контент. Официальный старт, я думаю, будет это конец января, начало февраля. То есть сейчас у каждого из нас есть прекрасный момент времени на предстарте подготовиться, да, разобраться уже с функционалом полностью, с техническим, уже сгенерировать какой-либо контент на своих ресурсах и после этого выложить уже информацию об официальном старте и, соответственно, заработать еще больше денег и получить еще дополнительные привилегии. Поэтому, друзья, не теряйте времени. Уже сейчас, уже даже до Нового года вы можете заработать несколько десятков и даже сотен тысяч рублей на предстарте нашего клуба. Итак, друзья, к нам присоединился Алексей Петросян. Алексей, тебе слово. Включай видеокамеру. И... Артем, да, приветствую, да. Друзья. Да. Я, к сожалению, не смогу, скорее всего, включить видеокамеру, так как я нахожусь по дороге домой. И что, начнем? Друзья, еще раз всем привет, меня зовут Алексей, я занимаюсь созданием контента, то есть я контент-мейкер. Этот контент от простого до сложного, то есть это начиная от обзоров на различные мобильные приложения, приложения на компьютеры, заканчивая съемками видеоклипов, различных презентаций и так далее и тому подобное. То есть что бы я хотел вам сказать. Ну, на данный момент Артем уже провел вам презентацию. Я думаю, что вам абсолютно всем понятно, что такое проект iBlogger. Но также у меня есть и мое мнение. Да, у нас есть, так скажем, две между собой связанные составляющие. Это MLM направление и это обучающая платформа. Так вот, почему они взаимосвязаны, по моему мнению, это вне зависимости от того, что вы будете, например, хорошим специалистом MLM, да, и строите свою структуру, вы в то же время даете возможность своей команде обучаться и обучаться достаточно востребованной профессии сейчас на рынке. Я это говорю не голословно. На данный момент я проживаю в городе Сочи и занимаюсь своим любимым делом. Я создаю контент для различных агентств недвижимости в нашем городе. Точнее, в этом городе. Вообще, я из Новосибирска. Вот. Но вот в городе Сочи я уже практически год и занимаюсь созданием контента. Еще раз повторюсь. Так вот, казалось бы, да, то мы можем разграничить то, что контент бывает, так скажем, легкий, да, который может его сделать любой человек, даже ребенок. Я думаю, те, у кого есть дети, они видят, как это все развивается семимильными шагами, когда уже маленький человек в 3 года смотрит различные соцсети, такие как там Инстаграм, ТикТок, Ютуб, и пытается это копировать, создавая тем самым контент. И смотрите, его никто ничему этому не учил. Ну, и он же не прошел какое-то обучение, да, как в 3 года стать тиктокером, либо как в 3 года сделать там свое видео. Он просто включает телефон, и он уже создает контент. Также есть сложные варианты создания контента. Это уже более профессиональный, продвинутый подход, где вам нужно дополнительное оборудование, ну и, в общем, прочие инструменты для его создания, для его реализации.
Так вот, проект iBlogger вам даст возможность пройти этот путь от новичка до профессионала. И ни в коем случае не беспокойтесь, если вы условно застрянете там на начинающем уровне. Это, в этом нет ничего страшного. Почему? Да потому что, скорее всего, вам этого будет достаточно. И это очень хорошо, потому что вам нужен, по сути, только мобильный телефон. Вы в нем можете участвовать в проекте iBlogger как в MLM-части проекта, так и в обучающей части контента. В обучающей части это по созданию контента, где вы будете пользоваться только, использовать, точнее, свой мобильный телефон на все эти направления, где вы сможете снимать видео, вы сможете там же монтировать, сможете какие-то эффекты добавлять и, в общем-то, радовать себя и своих близких. Ну, это я говорю только сейчас про то, что как мы можем визуализировать контент для себя, для, еще раз повторюсь, для близких, да, для окружения. Ну, то есть показать свою где-то, можно так сказать, экспертность в вопросе в социальной сети, там, в том же Инстаграм. Далее уже потребуются более, наверное, развернутые инструменты для того, чтобы создать тот контент, который вам будет нужен для того, чтобы продвинуть свой личный бренд. А что такое продвижение своего личного бренда? Да это, в принципе, то же самое, о чем я сейчас и говорил. Это создание контента, только уже более лучшего уровня. Почему это сейчас важно? Да потому что этот личный бренд создают практически все топовые лидеры в том или ином направлении. Музыканты различные, да, там актеры кино, актеры театра, да, все кто угодно, те же контент-мейкеры, фотографы, видеографы, ну, абсолютно все. И это уже, как помните, в 2000-х было модно давать визитку, сейчас модно давать визитку на свой Инстаграм. Для того, чтобы человек мог зайти в ваш профиль и оценить, скажем, уровень вашей экспертности в том или ином вопросе. Так вот, создание личного бренда – это очень важно и очень востребовано на данный момент. И проект iBlogger по задумке Артема Казанцева, собственно, тоже приведет вас к этому. То есть будет обучение от А до Я, как дойти до уровня, до создания контента для того, чтобы вы смогли продвигать свой личный бренд. А дальше уже идет следующая цепочка. Если у вас прокачанные соцсети, прокачанный личный бренд, вы в целом можете заниматься всем, чем угодно. Вот абсолютно всем, чем угодно. Говорю это не голословно, потому что я тоже сотрудничаю с ребятами. На данный момент это большинство людей, это брокеры из мира недвижимости, и они все качают свой личный бренд. Сейчас уже объявления в Авито, объявления где-то еще в каких-то досках объявлений, они не так эффективны, как нежели размещение информации в прокачанном, в раскачанном профиле той или иной соцсети. Поэтому можно продвигать все, что угодно, можно продавать через свой личный бренд. Опять же, любые услуги, товары и так далее. Будет личный бренд раскачан, будет строиться команда, если вы лидер MLM-структуры. Будет продаваться больше товара, если вы занимаетесь продажей товара. В общем, об этом говорить можно долго. В целом, суть одна, что чем лучше будет оформлен, чем будет качественнее ваш контент в ваших социальных сетях, тем быстрее будет ваш успех в том или ином направлении. И подведя итог, еще раз повторюсь, что это огромная обширная база знаний,
и хорошая возможность пройти этот путь и не просто обучиться очень востребованной профессии, а еще и построить свою команду, заработать хорошие деньги, ну и в целом совместить полезное с приятным. И в любом случае, будет у вас большая команда или будет маленькая команда, будучи с проектом MyVlogger, вы все равно будете в плюсе. Потому что, зная Артема, да и вообще он со мной поделился развернуто своей стратегией, своими планами, получить такую информацию, пройти обучение, это дорогого стоит. Поэтому присоединяйтесь, приглашайте своих знакомых, друзей, развивайте проект, следите за новостями и только вперед. Спасибо, друзья, за внимание. Если, Артем, есть какие-то вопросы, хочешь, чтобы я что-то прокомментировал, давай скажи, я еще могу поговорить. Алексей, благодарю тебя за информацию. Я думаю, что мы с тобой еще будем встречаться, да, то есть мне интересно с тобой провести интервью, чтобы мы с тобой в диалоге пообщались, но сегодня, я думаю, информации достаточно, то есть нет смысла людей перегружать знаниями, да, сильно, да, то есть сегодня я провел презентацию, ты высказал также свое видение, мнение по поводу контента, по поводу соцсетей, по поводу личного бренда. Я думаю, этого достаточно, да. Друзья, изучайте бота, да, нашего, изучайте наш клуб, поднимайте свои статусы, оплачивайте бизнес-площадки, приглашайте, стройте сеть и зарабатывайте вместе с клубом iBlogger. Я благодарю каждого за участие на наших прямых эфирах. Увидимся в наших командных чатах. Всех благодарю, желаю каждому успеха.